Конференция прошла отлично. Больше всего мне вот понравилось, что она прошла на очень таких такой доброй энергетике. Люди улыбались, как-то смеялись, аплодировали, живо реагировали на то, что мы говорим. И у всех было хорошее настроение. Наверное, это вот особенность Индонезии, что все такие всегда в хорошем настроении. Я очень рад, что конференция наша прошла на высоком таком эмоциональном и энергетическом уровне. Я узнал о данном проекте в 2018 году. Безусловно, я заинтересовался им, потому что данная технология является экологичной, в чем существует большая проблема в настоящее время. Технология отвечает этим требованиям, и таким образом инвесторы смогут получить прибыль от применения и реализации современной и экологичной технологии «Славянка». Конечно, получение прибыли в результате инвестирования имеет для нас не последнее значение. Но главное, что эту технологию действительно можно назвать выдающейся, грандиозной. И именно поэтому я приняла решение о сотрудничестве с Solar Group и инвестициях в компанию Sovelmash. Я принял решение инвестировать в Solar Group, потому что я вижу большое будущее данной компании. Solar Group – это не просто про инвестиции, это про сохранение природы и окружающей среды. Инвестируя в компанию, я получаю не только прибыль. Я способствую решению глобальных экологических проблем, с которыми столкнется наша планета в будущем. Я надеюсь, что все больше новых людей сможет присоединиться к проекту и активнее инвестировать в него свои средства, так как для развития данной технологии, выхода ее на новый рынок и получения крупных заказов требуется привлечение средств. Поэтому для нас всех крайне важно поддержать компанию и проект. Лаура является национальным партнером компании Solar Group, поэтому она, наверное, самый важный для нас человек сегодня в Индонезии. Именно она задает тренды и вот волны развития региона. И, судя по результатам, мы видим, что она делает это успешно. Конечно, ни один процесс невозможен без команды, и команда Лауры также вносит очень большой вклад во все это под ее руководством. Сегодня также мне очень понравилось, как она выступала. Она выступала очень энергично. И я прям даже, мне показалось даже, что можно и побольше было выступить. Потому что когда она выступала, люди аплодировали, радовались, что-то ей отвечали. Прям было видно, что они на одной волне. И это очень радует. Конференция прошла на высшем уровне. Представители компании поделились очень важной и детальной информацией, крайне полезные для тех, кто не до конца понимает принцип технологии. Информация была представлена в понятном виде Андреем Лобовым, Павлом Шацким и Павлом Филипповым, а также Виктором Аристовым. Конференция, состоявшаяся 22 октября, является первой конференцией в Индонезии, что делает ее особенной и крайне важной. Это было просто невероятно. После 4 лет привлечения инвестиций, наконец-таки представители компании посетили нас в Индонезии. Это было первый раз. Атмосфера была очень приятной и располагающей. Можно с уверенностью сказать, что представителям компании удалось установить контакт с партнерами, а также поделиться важнейшей информацией о проекте. Из всего сказанного Андреем Лобовым, меня больше всего заинтересовало применение лодочных моторов. Если данный проект можно будет реализовать в моем регионе, где действительно много людей промышляет рыболовством, это, несомненно, принесет большую пользу. Я надеюсь, что этот проект можно будет в ближайшее время запустить
в этой местности? Смотрите, я не буду забегать вперед. Все разработки, которые были показаны, ко всем абсолютно был интерес. И даже к нашей мотособаке тоже был интерес, хотя она ездила по снегу. Но наиболее большее количество вопросов, большее количество проектов предполагаемых были направлены именно к лодочным моторам. Я вам хочу сказать, что Индонезия — это тысячи островов, очень много штатов, но в каждом из штатов есть водный транспорт. Здесь перемещаются на водном транспорте, здесь добывают пропитание, то есть рыбалка на водном транспорте, здесь очень развит туризм на островах, особенно на соседнем Бали, это тоже водный транспорт. Поэтому нам задавали кучу вопросов, сколько может человек двигаться на лодке, сколько ваш мотор по мощности, как быстро он едет, как долго он едет, как его надо обслуживать. То есть все это было направлено именно к водному транспорту. Самое интересное из речи Андрея Лобова лично для меня – это применение технологии в прибрежных зонах для водного транспорта. Кроме этого, меня очень заинтересовали компактные двигатели для мотоциклов и скутеров. У нас их действительно очень много. Но все же, как я сказал ранее, информация, которой поделился Андрей, особенно будет актуальна для прибрежных регионов. Она позволит полностью отказаться от горючего топлива и тем самым существенно снизит стоимость энергии. Технологию «Славянка» можно применять в лодочном транспорте и ездить на лодках, например, с использованием солнечной энергии от установленных солнечных панелей, без аккумулятора, без зарядки. Данное решение будет очень выгодно для рыбаков и людей, пользующихся водным транспортом. У меня нет никаких сомнений в успехе проекта. И с самого начала их никогда не было. Несмотря на то, что когда я сам начал инвестировать в него, я не до конца понимал всех деталей и тонкостей. Тем не менее, я все равно был на все 100% уверен в его реализации. Иначе бы я просто не стал приглашать людей присоединиться к проекту. Благодаря сегодняшней конференции мы подчеркнули новые знания и обрели уверенность, поэтому о каких-либо сомнениях не может идти и речи. Я надеюсь, что эта конференция станет хорошим драйвером в развитии региона, в развитии Индонезии. Я желаю жителям Индонезии подключаться к нашему проекту, изучать его поглубже, убедиться, что у нас есть ответы на все ваши вопросы. И я уверен, что мы только начинаем работать в Индонезии, несмотря уже на несколько лет активной работы, и что мы только в самом начале. Я уверен, что результаты еще всех порадуют.